Есть. Работаем. 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 Не стойте на пути у пассажиров. Входите, не метро останавливайтесь. Они вас там держать не могут. Вам выдать вот на время пройти. Ну только до галочки там можно снять. Толку от них нет. А почему вы им паспорт даете? Зачем вам паспорт дают? Мы приехали в гости к КПИ. Ну вот, на вас идите. Ну забирайте и уходите. Они вас не брают, задерживают. Паспорт верни, человек, что не отдает паспорт? Опять ты, да? А вот, он ему не отдает. Конечно, на ты! Паспорт верни, человек. Вон там человек не отдает паспорт. Ну, хорошо, на первый раз, то, что вам просто вовремя подошли вот эти блогеры, которые, да, вернули и дали вам перчатки. На первый раз я вас возвращаю. Следующий раз. Ты не вправе вообще, задерживать чужие персональные данные. Не ты, а вы, понял? Заслужи сначала уважение на вы. Спасибо, дорогая. Кто ты такая, чтобы ты решил? Один штраф на вас. Каким образом? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. А что убрала ручку? Рискните. Когда штраф выписывает, ручку в карман убирают, да? Да, я с тобой. Да. На дороге не стой у людей. На не дороге стойте. Не а заслужи. Я вас два раза старше. И что дальше? Если не три. И что дальше? Научитесь разговаривать. А я хочу, как хочу, так и разговариваю. Великий, могучий русский язык. А. Да-да. Только до НАТО не выбираться. Вот уже девушка прошла без маски, пока я тебя отвлек. Ха-ха-ха. Граждане пассажиры, помните, контролеры не вправе вас задерживать силой. Просто их игнорируйте и проходите. 2.11.3. Запрещается 20 ситуаций, мешающих движению пассажиропотока. Как только она руки распускает, отпихиваем и проходим. Да проходите, не слушайте. Проходите, не стойте. Контролеры не вправе стоять у вас на пути. Игнорируйте их, и все. Уже сколько человек без перчаток прошло, заметил? Только что прям группа целая. Каждый невыписанный штраф – это минус 5 тысяч из карманов. Сами знаете кого. Каких нехороших политиков и их выпердышей. Не стойте на дороге у пассажиров. Сколько там прошли? Проходите, они. Не стой на дороге, пассажир. Да проходи, понаглее надо быть. Правильно. Какой закон? Доказательство есть? Я плачу. Доказательство какое? Какое? Вообще. Все, вообще, да. Презумпция невиновности. У нас презумпция невиновности. Я вырос в те годы, когда в метро была только одна свистящая бабка, никаких контролеров и камер вообще не было. И нормально все жили, все платили. Может, проезд стоил там рублей 5. Не стойте на дороге у людей. 2.11.3. Запрещает создавать ситуацию, мешающую движению пассажиропотока. В руки только не давайте. Фамилию закрываете. Да. Мы помогаем пассажирам, чтобы паспорта не давали контролерам. Где же вы были? Мне вчера штраф выписали 5 тысяч. Ну, не надо, посмотрите, возьмите один файл. Посмотрите. Паспорт им просто не даете? Ну, нет, на другом. На зиму просто. Нет, метро тоже. Какая станция мы сюда поедем? Тимирязевская. О, недалеко отсюда. Ну, они там очень сильно прямо оккупировали. Ну да, но здесь тоже стоят наглые. Скажите, а можно их как-то это спорить или уже все? Ну, можно, но сложно. Легче вот с просмотрами отбить и помочь другим, морально все их опустить. Вставляться надо.
Дамаску. У них есть печатка. Вот как, насколько это абсурдно звучит, да? Вот ты на Карпова. Типа это. Вам выдать подарок? Ну так, для галочки пройдете там с ними. А вообще они неправильно задерживают, может их игнорировать. Все равно, что, знаешь, тебя останавливают и говорят, а вы надели трусы? Ну да. Надели? Нет, свежие. А я могу убедиться? Это анализ кого, дадите. Вам дать печатку? Проходите. Пройдите, тут для галочки это так. С вас останавливают непонятные люди, зачем вы останавливаете? Перчатки можно дать человеку? Да. Ну, говорю, давайте сразу. Ну, давай. Ну, не все, ну, так, половина. Ну, на что рассчитывать? Спасибо. Ну, да, вот по одной. А, тут перчатку заплатить. Смотри, смотри, смотри. Что там происходит? Хоть мусоров, хоть полицейский. Не, не надо ментов. Давайте без ментов. Но она совсем шли. Вы бы ушли все на 5 минут. Мы бы ушли. Вы бы уже давно от нас избавились. Это уже третий раз. Она уже так третий раз делает. Они приходят, смотрят и уходят. А у меня есть разрешение на съемку. У меня есть разрешение на съемку. У меня есть разрешение на съемку. Смотрите на меня поверх черной маски таким недобрым взглядом. Нет, подошел человек, встал и стоит, смотрит. Я вас спросила, вы что смотрите? У вас запрет съемки интерес? Это самая интересная тема, чтобы снимать. Вы проигнорировали. Вот теперь я стою и снимаю. Не надо снимать. Я вам не давал решение. А я его и не спрашиваю. В общественном месте можно. Можете в суд на меня подать. Подавайте в суд. А вы что? Не надо. Помогаем пассажирам уйти без штрафа. А у вас какие-то претензии ко мне лично? Нет, по поводу какого? Какую клоунаду? Клоунаду. Какую клоунаду? Да нет. Что? О, все, полиция к нам пришла. Так что бежим. Где? Полиция, вот туда. И ушла. Полиция шла к нам, увидела нас и резко в другую сторону. Полиция шла к нам, увидела нас и резко развернулась. И до свидания. Вот. Полиция хоть что-то адекватное делает. Она не лезет туда, куда не следует. Можешь тыкать, мне пофиг. Мне не нужно разрешение ваше. Так мне тем более не нужно. Мне просто не позволяет воспитывать. Правильно. Ну вот все, воспитанный зато позволяет стоять, смотреть просто так, да, вот этим вот своим злым взглядом и говорить, что кто-то тут клоунаду устраивает. А что вы решили, что меня злой? Мне так показалось. Я уточнила, с какой целью вы встали и вот так вот смотрите на меня, вот с таким злом. Каким злом? Можно было сказать, да просто так. И я бы вообще просто отвернулась сразу. Можно было много что. Еще вопросы по клоунаде есть? По клоунаде есть еще вопросы? Вас, каком? Вас не задерживают, до свидания. А кто вы такая, что меня задерживает? А что встал-то и на меня смотришь-то? И гипнотизируешь меня? Контролер не стоит. Да ничего. Все, разговор окончен. Контролер достает. Мы помогаем пассажирам пройти без штрафов, чтобы паспорт им не давали, а то вот они... Я стою там, тоже вас. Ну, куда это пофиг, ну, куда-нибудь. Как вас канал называется? Заяц Безбилетникович. Заяц? Безбилетникович, ну, так, два слова. Молодой человек, вы что в сторонке стоите? Вы посередине встаньте и раздавайте. Никто же не знает, что вы здесь перчатки. Так они же обязаны раздавать по 417 постановлению. Кто обязан раздавать? Там организация, которая контролирует. Я не способствую перчаточному режиму. Я помогаю пассажирам без штрафа пройти. Кто? То есть только те, кого они останавливают, тем и раздаю. У меня нет цели раздать перчатки всем подряд. У многих они, в принципе, есть. Ну, ты даже. ДВР есть только. Что в твоем представлении клоунада? Клоунская демонстрация. Помогаем пассажирам пройти без штрафа, чтобы не давали... Пройти без штрафа за что? За перчатки, за социальные карты, маски. Никто и не хамил, я свидетель, просто доказываю, показываю здесь сейчас.
Поехали, да. Кто будет хочет писать заявление, пойдем. Ну да, политик, кто хочет писать заявление. Кто будет заявление писать? Не умею. Вот она, наверное. Мужчина, который стоит в отеле без средств индивидуальной защиты. Вы когда не штраф согласно 417-му постановлению? Выдайте? Выдайте нам. Да, я тоже зафиксировано. Кто хочет писать заявление, пройдемте в комнату парень. Кто будет заявление писать? Кто из вас будет писать заявление? Будешь писать заявление? У меня это особо не за что. Вот. Да подождем, ну мы заходить не будем, подождем там. Нам не нужно. Да подождем здесь, мы не будем заходить. Не, раз сходил вообще.